Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, дорогие подписчики. Ассаламу алейкум, азиз юртдошлар, ватандошларымыз, акахонларымыз, бикахонларымыз. Хозир русча гапирып, кейин өзбекче түшүндүрүп берем. Уважаемые друзья, сегодня как бы тема опять, это про патенты, как указывать здесь. Я не могу, не знаю еще как до вас донести это, не знаю, что вы поняли, что указ есть указ, потому что по всем регионам с Москвы звонят, с Екатеринбурга, с Питера, что указ не действует, работодатели заставляют платить, в миграцию ходим, что заставляют платить, типа патент не заплатил, авансом платеж не произвел, все, значит патент просрочен. А что вы проверяете вот граждан, я сам лично заходил в Сахарово, многофункциональный центр есть Сахарово, и также я созвонился с Сахарово, они говорят, что это как бы, ну, не то что бред, что у них база не работает, что у них вот эта схема что-то тупит, глючит, короче. Понимаете, нет такого сервиса и нет такого сайта, где пишут, патент у вас просрочен. Там пишется, есть официальный сайт ГУМВД России, России, УВН. И получается, там не пишется, у вас патент просрочен, у вас патент недействителен. Там пишется, либо патент аннулирован, либо есть найден данный патент в базе ФМС. УМ, то есть ГУМВД. Поэтому вот личного примера, вот получается, вот в Барнауле, да, например, в Алтайском крае, все 10, как указывают. Оператор, подойдите поближе. Вот лично, вот я не знаю еще, как вам показать, у гражданина получается вот дата выдачи патента, да, дата выдачи патента 05.03, то есть каждого 05 числа он платит, каждого 5 числа. Гражданина платит все чеки. Он, получается, оплатил март, апрель, все оплатил. В мае, вот срок действия у него, да, с 15 марта по 15 июня, например, срок действия приостановлен, да? Он оплачивает каждый месяц, вот подойдите еще поближе, люди, не знаю, вот как донести еще, получается, вот, 05 апреля, да, идет, получается. Вот первый чек, оплатил вот это он, получается, 2 апреля. У него идет до 5 мая. Вот этот чек, который оплатил, вот смотрите, до 5 апреля, идет до 5 мая, который оплатил он 5 мая, продлили не до 5 июня, а продлили до 5 июля. То есть, объясняем. Вот у меня есть ответ, который получили, да? Тут пишется, что сроки действия приостанавливаются, и которые оплаченные, то есть патенты, на рейдера, которые... которые оплачены патенты в этот период, они прибавляются путем прибавления к 16 июню. То есть вот гражданину, он оплатил 5 июня, ему как бы должны продлить до 5 мая, да, до 5 июня, но в соответствии с указом ему продлить до 5 июля. То есть оплачена в этот период, она добавляется в следующие месяца. Вот. Я не знаю, почему в других городах так требуют. Почему так? Понимаете, указ это... указ президента, она имеет высшую юридическую силу, и которая действует на всей территории Российской Федерации одинаково. Он не может там действовать, так действовать. Не знаю, может сотрудники там относятся к вам так предвзято. Судитесь, подавайте жалобы, защищайтесь. Никто не ограничивает на судебную защиту. Поэтому все, вот есть указ, все действует. Я не знаю, почему в других субъектах не действует. Задавайте вопросы, если вопросы будут. Скоро будем проводить прямые эфиры, будем, то есть, отвечать на вопросы. То есть, я не беру это с воздуха, да, что некоторые вот комментарии там безалаберные кто-то напишет, например. Если вам не интересно, не смотрите, не надо. Узбек сейчас говорит, что Шундабираман, Акевикюля, Амма патент тюляды, тюляды, кюятты, дейді, тюлемагелла, мана, Акехуанамыз мысалчын, 5 апрельда тюляган, 5 майда тюляган, уша майдаги тюляганны, бұрай қошып, июльге чақы берді мана. Асыда июльге чақылыш керейді, шынар саны июльге чақылымады, июльге чақы берді. Чүнгі 15 мартты білен, 15 июнның ішіде төле япты бұл чекіні. Асыда әгерді шы указ момаганда, әр 5-ді чысласа 5 апрел, 5 май, 5 июн төленады. Лекін 5 майда кече мана 5 май күн төлегенімізді 5 июльге чақы қошып берді. Ана шы апрел майге төлеген одамланы 15 июндан кейін июль-августка қошып берілады. Алтайский край Барнаулда мана полностью
закон действует қылыша. ФМС ке также кірсеңіздер, өздерім айтады мана 15 июня төлемесеңіз болады деп түсіндірішады. Башқа дейшады. Сіздер енді қандай қылғаны түсіндіріші білмей қалдым. Чүнкі шынаға-шынаға деймін. Мана чеклері бар, шынаға төленмейді. Лекін сіздер көретін озыр Сахаровадағы сайтлар, олар Сахарованың өзінің сайты. Официальный сайт емес, чүнкі патент Сахаровада қаласылар, официальный сайт ГУМД по России болады, МВДД болады. У сайтта патенты тешкерселері, патент недействительный, патент просроченный, патент действительно унақа болмайды. Екі вариант болады. Патент аннулирован, либо данный патент найден в базе ФМС дейлады. Патентіңіз аннулит қылынган, либо патентіңіз базада бор дейлады. Сахарованыңы бошқача, телефон қылдым ма, нечім атта қылдым. Үзір дейді, Сахаровадағы сайтымыз біз олдыр гүліч түкілі әпті дейді, яқшы ішлеме әпті, некорректна дейді. Комментарияны ұқсайына үкі түшті айоллар борген, бізге дейді, лична дейді Сахаровада әйтшіті патент төлемәңілер, патент десвитіліні деп. Башқалай борса, башқа чеге бірішады, башқа шағы дейлі, білмей қолды мені. Бұ ұқаз, бітті законны, кейін мән видеоны чықарып, өзімінің сабыраженімен мән сіздерге түшінтіріп бер аман. Саваларың болса, саваларыны берейлі, жауапларыны берейлі, жеп бер аман. Бұда олса прямой эфирлерді қыламыз. Сәл өзгенінді мән вақтларыңыз болса, жауапларыны бер аман прямой эфирді. Чүнкі мәне апрель майда төлемай келдіңдікін, кейін қошы берады. Мән шы бітті патент, мән шы 2020 Мана, хар бір 5-ші де төлейді, 5-ші енді мартта төлеген, 5-ші апрель, 5-ші май төлемей, 5-ші июн төлесеген болады шыны. Ана шы патент действительно болу ерады. Уважаем друзья, берегите себя, свои близких. Будет вопросы, задавайте. Шына қай кепілер азынылы шылар. Исын аман чарчамасына ішлеп үйрейлі, үзілен сақлайлы. Сауаларым осы сауаларын езілі, әмеші жауап берамыз. Всем удачи.